Всем привет! Вы на канале Умные Животные, и сегодня мы будем готовиться к Хэллоуину, а это вырезать голову из тыквы. Там много названий. Говорят, это фонарь из тыквы или голова Джека. Ну, я это называю просто голова из тыквы. Я это буду делать первый раз. У меня вот такая тыковка. Выбирала как более-менее нормальную, округлую по форме, чтобы было красиво. Она у меня домашняя, выросла на огороде. Сейчас пойду помою теплой водичкой и начнем. Ну вот я помыла тыкву, высушила ее. У меня вот здесь одна сторона такая красивая, там я буду вырезать глазки и все. Здесь не очень. Сейчас я вам покажу фотографию, какой я хочу примерно именно такую вырезать, если получится, конечно. Первое, что нам нужно, это, конечно, вырезать шапочку, чтобы там вынять всю начинку. Я использую вот такую форму. И вот так проведу хотя бы на ручкой, чтобы получилось ровно, красиво. Вы же можете вырезать с помощью циркуляра кружочек. Или же сделать эскиз на бумаге, а потом просто обвести. Ну, может, не сильно и ровно. Уж извиняйте. Тыква очень твердая. Снимаем крышечку. Семена. Класс. Следующий этап – это зачистка. Как видите, он очень толстый. Так, вычищаем. Смотрите, какие зерна. Руками легче. Так, зерна можно еще посеять. И ты вообще покушать, пожарить. Так что ничего выкидывать не будем. Надо хорошо очистить. Следующий этап очень, конечно, неприятный, но придется его сделать. Это собрать вот эти все ниточки. Очень трудно. Вот что у меня получилось. Но я еще полностью не очистила. А вот сколько у меня семян вышло. На газетку их надо будет. Вот так шкрябаю ложечкой, чтобы как-то отшкребти от стенок. Что, крошка, будешь? Вкуснятина. Вкуснятина!
появился помощник. Он сейчас все ниточки съест и будет готовая тыква. Крошка, ну ты ж давай внутри там ешь все. Ты манюнький, ты залезешь. Очистила я, в общем, серединку. Как смогла. Она еще подсохнет. И теперь настал момент самый интересный. Это рисование лица. Разные там эмоции могут быть. Злая тыква, добрая тыква. Ну, я такую веселенькую это с улыбочкой нарисую. Попробую. Сейчас ручкой нарисую примерно, какую я хочу. Сейчас подправлю и будем это вырезать. Вот и вышел пирожочек. Вот такая вот тыква. Голова.
как по мне, очень даже симпатично получилось. Сейчас уберу там, где осталась ручка. Вовнутрь можно свечечку поставить, и будет в темноте светиться. Красота. Ставила свечечку вовнутрь. Сейчас буду подпаливать. И проверим. Не получилось. Свечка разгорелась. Получилось. Закрываем крышку. А ну-ка, ты чем уже фонарик? Я думаю, светит. Получилось. Крипово. Боже, вживую-то еще красивее. Очень красиво. Шикарно просто. Хэллоуин удался. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Мы будем делать для вас более лучший и качественный контент. Всем пока!